Здравствуйте. Сегодня, как вы видите, у нас такой экспериментальный матч, который состоится в любую погоду. Поэтому я заранее извиняюсь, если будут проблемы со звуком, если будут проблемы с фокусом. Освещение не самое лучшее, но много времени у нас не займет. Почему? Потому что начинается наконец-то заруба между четырьмя великолепными ножами. Это китайский F1, Стерх-1 от Кизляр, Стрикс от Кизляр и финский от Кизляр. И сейчас буквально я этими ножами совсем немного тут построгаю. Может быть, поковыряем кончик в бревне. То есть изначально не предполагается никакой рубки этими ножами, не предполагается никаких таких вот именно батонингов и прочее, прочее. Я просто хочу для себя выяснить, какая рукоять для меня будет наиболее удобной, наименее удобной. И я хочу сознательно на всех ножах подсадить режущую кромку перед кухонным тестом. Потому что кухонный тест, с учетом того, что это нож позиционируется как нож номер 2 мною, кухонный тест, он будет как бы более определяющим. Итак, начнем с китайского F1. Не обращайте внимания на дождь. На самом деле очень тепло, где-то, ну, градусов, может быть, ну, 20 точно есть. Поехали. Сталь здесь, я предполагаю, 8 хром 13 молибден ванадий. Я специально нашел такую сухую, очень такую, скажем, твердую, уже высушенную палку. И вот мы сейчас, на самом деле, я не знаю, что это за порода дерева, но строгать достаточно тяжело. То есть режущая кромка древесину забирает нормально, но сама по себе палка реально чувствуется, насколько она прочная. Древесина уже высохшая. А вообще прикольно, очень освежает, комары куда-то пропали, вообще супер. Ну и под конец, если совсем не зальет нас, то я бы, конечно, каждый нож метнул бы. Причем я знаю, что Falkniven F1 и финский метаются просто идеально, особенно финский. Вот. Ну что, впечатления мои, нормальный рабочий нож. Я скажу так, что если вот я буду работать этим ножом, у меня ладонь достаточно крупная, через какое-то долгое время, не сразу, но все-таки у меня вот этот вот угол, он начнет наминать ладонь. Вот здесь вот. То есть я вот сейчас, хорошо даже, что у меня ладони мокрые, я работаю, и вот это место, ну, скажем, если я прям вот поставил себе целью строгать долго-долго, часы и часы, то у меня вот это место, скорее всего, вот здесь вот валдырик такой образуется. Ну, собственно говоря, такой вот результат. И сейчас мы перейдем к следующему ножу. F1 просто великолепный.